Следующий продукт, о котором я также хочу вам рассказать и который я безмерно люблю, это наши коррекционные стельки. Это не просто ортопедическая стелька, это коррекционная полустелька. Как вы видите, форма стельки, она не полностью затрагивает всю стопу, она оканчивается там, где начинаются наши пальчики. Но что происходит? Если вы обратите внимание на специально здесь выгнутую такую поверхность, это вот специальная ортопедическая основа, на которую становится наша нога для того, чтобы не было плоскостопия. Очень многие люди имеют такую проблему, в принципе, практически 90% людей имеют плоскостопие. И когда мы начинаем использовать эту стельку, мы решаем проблему плоскостопия за счет вот этой ортопедической дуги, которая делает правильную постановку стопы, нашу анатомическую постановку. Таким образом происходит распределение давление, распределение нагрузок на нашу ногу, и мы таким образом снимаем напряжение с той или иной области. Используя эти стельки, мы восстанавливаем весь наш опорно-двигательный аппарат. А как говорят в китайской медицине китайцы, что стопа – это наше второе сердце, и от здоровья стопы даже зависит наш прикус. Поэтому, когда вы будете носить эти стельки, вы будете решать большое количество проблем. Во-первых, это боли в суставах, тазобедренных, коленных суставах. Во-вторых, это определенный перекос, который наступает у человека, если у него уже нарушена стопа, есть плоскостопие или где-то неправильно уже идет нагрузка. Нарушается весь опорно-двигательный аппарат. Поэтому, используя эти стельки, вы восстанавливаете баланс всего своего опорно-двигательного аппарата. У вас уходит боль в ногах, у вас уходит усталость. И за счет того, что здесь также есть магниты, встроенные магниты, мы можем это посмотреть. Я сейчас положу сюда монеточку. И вот вы видите, эта монеточка держится за счет магнита. Мы еще получаем магнитотерапию. Магнитотерапия помогает восстанавливать микроциркуляцию, улучшать кровообращение, улучшать движение лимфы. И за счет специальных здесь выемочек на стелечках мы делаем массаж более 20 рефлекторных. Более 20 тысяч рефлекторных зон нашей стопы, что воздействует на благотворно на весь наш организм. И вот, используя как раз вот эти коррекционные стельки, лично мой результат, у меня ушла косточка на правой ноге. Вы знаете, есть такая боковая косточка, она называется вальгус, которая мешает носить красивую обувь на каблуках. Ты ходишь только в кроссовках, в какой-то широкой обуви, потому что очень больно и некомфортно. Используя эту стелечку, эти стельки на протяжении 2 месяцев, у меня ушла эта косточка. Мой муж, используя эти стельки, убрал боль в коленных суставах после операции. И теперь мы с ним очень много ходим, делаем прогулки, и его, этого дискомфорта у него уже нет. Поэтому стельки – это один из хитов продаж нашей компании, один из самых любимых продуктов очень многими партнерами и клиентами.